Вот что делают люди, которые партнерятся. Это реально так. Как женщина с вами партнерится? Женщина тоже пьет. Я утрирую, я еще раз повторяю, я утрирую сейчас. Но человеческие отношения ведут к бизнес-отношениям. Кто-то не утрирует. Бизнес-отношения затевать. Давай, я бы сказал там, ну, прикинь, ты стоишь в коридоре, пьешь пиво. Я такой, слышь, а это, попиарь меня. Я слышал, база у тебя огромная такая, вот такая огромная прям. А? Как ты не хочешь меня пиарить? Ты что, инфобизнес, там одни. Блин, кидал, меня кинули сейчас опять. Не хотят пиарить мою партнерскую программу. Я же тебе 20% комиссии предлагаю. А он все пьет, понимаете? Поэтому пить, друзья, надо вместе. Пить, обсуждать не только бизнес. Можно просто поболтать с людьми по поводу футбола. Вы с партнером болтаете. Обсуждаете какую-то стороннюю тему, вообще которая с бизнесом не связана. Когда